Сегодня, в День Конституции России, свои первые паспорта получили 20 юных дагестанцев. В торжественной обстановке в Управлении по вопросам миграции ребятам вручили документы, удостоверяющие их личность. Я очень рада, что в этой торжественной обстановке мне вручили паспорт, так как это поступление уже в новую жизнь. У меня было переживание, конечно же, но я одновременно чувствую счастье. Мы практикуем проведение ее в торжественной обстановке при личном составе с приглашением гостей, которые также выступают, поздравляют ребят. Обычно, как правило, приходят с большой группой поддержки, это, как правило, дедушки, бабушки, наиболее активная часть семьи. Но сегодня очередное такое мероприятие, посвященное Дню Конституции России. Юным гражданам также рассказали об истории создания Конституции России и ее значении. Помимо паспортов, ребятам также вручили небольшие подарки. Это сама Конституция, обложка на паспорт и канцелярский набор.